король сражается, мамонт пускается. Пытается спуститься мамонт, только непонятно, где он там застрял. Какие-то взрывы. Вот это да! Вот это салют, я понимаю. Смотри, сколько стрел! Сейчас будет реально салют большой. Король, ты застрял! Все, ему хана. Королю хана, походу. Но он еще сражается. Король сражается против мамонта. Давай, король, как тебе там? Уютненько? Зашал. Идет наступление. Да-да-да-да, красиво. Красиво раскидывает. Победа. Красиво, победа самураев. Тачки раскидали. Что, где, кто? Я не вижу никого. Шаманы есть? Тут есть шаманы. Шаманов я не... А, где шаманы? Где шаманы? Шаманов не вижу. А кто такой? Ты только такой? А, это шаман, что ли? Он застрял между... Балдеть. Слушай, король реально не подыхает. Это что такое? Это плюс 18, пардон. Ух, всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Спикер и продолжает наши боевые сражения в игре Dabs. И продолжается наша кампания Адвентура. И что у нас тут будет интересно? У нас будет вороны, у нас будут летающие рыцари, то есть викинги наши летающие. А кого можно поставить против них? Я читаю все твои комментарии. Я читаю буквально абсолютно каждый комментарий, и тебе очень понравились ниндзя. Да-да-да, тебе очень понравились ниндзя. Мы их поставим тоже. На этой каточке, на этой ходке поставим побольше ниндзя, вот таких. Поставим парочку самураев, они будут маленько отвлекать. Да-да, отвлекать. И, конечно, поставим короля. Короля поставим. Король, мне нужен король. Сюда короля. И, конечно же, медиков, побольше медиков. Все, я, в принципе, готов. Ребята тоже готовы. Полетели. По идее, все будут лететь на короля. Все полетят на короля. А король в заварушке. О, раскидал, слушай, троих раскидал, только так. Звездочки летают только так. Туда, сюда, туда, сюда, куда-то в землю втыкаются. Ворона летает, очень много ворон. Что происходит? Всех убили. Всех убили, медики парочку живы. Наши самураи наступают, король у нас на земле. И наши самураи сейчас раскидают остальных ворон. Идет наступление, да-да-да-да, красиво раскидывает. Победа, красиво, победа самураев. Обалдеть, победа красивая, мне понравилось. Пиши комментарий, мой друг тоже читает твои комментарии. У нас, вот это да. Вот это поворот, это очень интересно. У нас получается целое племя. Племя абориген каких-то на скале. И сверху мамонт. Красиво очень смотрится. Очень красиво смотрится, обалдеть. Реально, топово. А кого можно поставить против них? Даже и не знаю. Кого можно поставить против них? Ну, конечно, можно поставить самураев. Также шахматный порядок. Шахматный порядок самурайчиков поставить со звездочками. Да-да, именно со звездочками. Можно поставить вот такого. Ой, все что ли? Нет, погоди, мне это... 900. Короля можно поставить. Король сюда и медики. Вот таким макаром. И, конечно, музыкантов по углам. Вот таким макаром. Все, понеслась. И что у нас будет? Музыканты играют, они спускаются с гор. А мамонт пытается спуститься тоже с гор. Что у нас? Щитовые ребята, у нас копьеносцы. А бросают у нас в кого? Музыкантов бросают? Непонятно, в кого они бросают, но они бросают. Тут уже погибает из наших. И кто он? Ой, это щитовые ребята, и, конечно, против них. А им минус. Щитовые ребята хорошо отбивают звездочки. Король сражается, мамонт пускается. Пытается спуститься мамонт, только непонятно, где он там застрял. Сражение идет на все. Там медики лечат. Шаманы есть? Тут есть шаманы. Шаманов я не... где шаманы? Где шаманы? Шаманов не вижу. А кто такой? Ты только такой. А, это шаман, что ли? Он застрял между... Балдеть. Он застрял. Ребята наступают. Наши наступают. Ниндзя стреляется. А вот наш мамонт спустился кое-как. Поздно спустился. Погоди. Медиков не трожьте. У нас остался король и пару медиков осталось. И один у нас самурай, который валяется на земле. Пытается его убить. Медики сзади подходят. Король застрял, что... Король, ты застрял! Все, ему хана. Королю хана, походу. Но он еще сражается. Король сражается против мамонта. Давай, король, как тебе там? Уютненько? Зажал мамонт его. Плюхнулся мамонт. Ну, король, давай же. Король, давай, выноси ходочку. Король должен, по идее, вынести.
Но мне кажется, он не вынесет уход, потому что... О, мамонты раскидал своих же! Остался один мамонт, остался один король, и королю осталось только подставить меч! Хорошенько подставить меч, чтобы мама только наткнулась на него. Давай же, давай, король! Король, давай сражайся! Король сражается, я верю в тебя! Проигрыш. Да, это проигрыш. Спустился мамонт и все испортил. Он обошел просто сзади и убил всех наших медиков. Он убил медиков всех, поэтому проблема была. Проблемка была все-таки. Ну, даже не знаю, кого поставить. А кого переставить? Можно сделать... конечно, можно сделать еще... парочку. Убрать самураев. И сделать минотавра. От 1500. Минотавра нам нужно еще. И, конечно, на остальные денежки потратим, наверное, парочку медиков. Все, понеслась. У нас есть минотавр. Он создает неразбериху. И, в принципе, должен побеждать. А мамонт спускается. Возможно, мамонт упадет вниз. Знаешь, реально, возможно, упадет вниз. Но это возможно, это еще неизвестно. А абориген... Ой, абориген. Аборигены стоят на месте. Наш минотавр раскидывает хорошенько. А подходим ближе. О, шаманы идут. А медики, лечите минотавра! Все, минотавра нету. А спускается, он спускается. Спускается медленно. Давай, король. Король, раскидывай. Нормально. Раскидали наших. К медикам подходит. И король остается практически один. Наших медиков нету. Обалдеть. Медиков нету. Король остался один, спустился еще. Мамонт, у нас проблемы снова. У нас снова проблема. Короля зажали, бьют ему спину, бьют ему в шею. Его зажимает уже в гору. Да, понятно, все это проигрыш. Вообще, эта тактика не канает. А, кто нужен, по идее, мне? Мне нужны быстрые ребята. Мне нужны, знаете, кто? А, мне нужны вот такие ребятишки. Да-да-да, нужны вот такие ребятишки. Они быстро летают. Они раскидают, в принципе, неплохо. Можно еще одного. Хотя бы еще одного. 200. Не хватает, чуть-чуть не хватает. Музыканты, в принципе, не нужны. Одного медика убрать и вот так по центру. Ну, окейшки, понеслась. Мамонт спускается. Аборигены спускаются вниз. И наши летающие братья-викинги налетают красиво. Да-да, раскидывают красиво. Король наступает. Все чудесно. Сейчас король подойдет. Давай, ребята, красиво раскидывайте. Слушайте, они многих раскидали. Слушайте, они реально многих раскидали. Король подходит и осталось только... это заварушка. Оставайся, куда стрельнул. Ты куда стрельнул-то? Все, победа практически. Куда полетел? Там еще и сверху есть. Да-да-да-да, сверху, ребят, нужно раскидать тоже. Один летающий остался. Скидывай шамана. Король пошел, мамон пошел тоже. Ух, плюхнулся. Что у нас? Есть много еще этих самураев. А сверху у нас сражение еще идет. Против топориков. Победа! Это победа! Обалдеть! Мы взяли победу. Это победка. О, ледовое побоище у нас здесь. Ледовое побоище и против меня тачки. Против меня летающие викинги. Да-да-да-да-да-да-да. И кого можно интересно поставить? Даже не знаю. Тачки быстро передвигаются. Очень быстро передвигаются тачки. А летающих можно убить с помощью короля. Король очень хорошо их убивает. Давай-ка сделаем вот так. Мы одного короля сделаем троих. Четыре медика сделаем. Одного музыканта в стороне, чтобы отвлекали тачки. Еще одного в стороне. И можно сделать... Кого же можно еще сделать? Можно сделать минотавра, наверное. А можно сделать змеюк. Нет, змеюк не надо. 2000! Зевс! У нас давно не было Зевса. Зевс, конечно же. И нужно, знаешь, кого сделать? Нужно сделать ворон. 1200. Две вороны. И вот так еще сделали. А разнообразие большое, интересное. И как поведет все это дело? Поведет, я не знаю. Ну, понятно. Этих сразу убили и тачки поехали. Зевс стреляет. Король идет. Вороны наши летают. Вот это да, вороны, в принципе, неплохо. Тачки раскидали, что, где, кто. Я не вижу никого. Что за заварушка, вороны, летающие животные. Обалдеть, медик лечит еще. Кто остался? Зевс, король остался. Медик еще остался. Что происходит, обалдеть. Это кто летает такие сверху уже? Все позеленели, кто? Король остался. Король остался, одна тачка осталась. И все, что ли? Они еще сверху остались, слушай. А у нас, походу, проблема. У нас нету медиков. Бей, король, бей.
Идея летающего викинга. Проигрыш. Это у нас проигрыш. А в чем проблема была? Я даже не понимаю, в чем проблема. Вороны. Мне кажется, проблема в воронах. Они слишком дороги, и они непонятно как сражались. Мне нужно, по идее, убить этих летающих тварей. И как же их убить? Можно сделать, в принципе, таким же макаром. Вот таким же макаром. Только, знаешь, спереди можно сделать. Вот так, все, понеслась. Музыканты маленько отвлекают. Вот полетели в другую сторону. Зев сражается. Наш король сражается. Вместе сражайтесь, ребята, вместе. У нас еще есть один ниндзя. Он раскидывает. Тачка, тачка против ниндзя. Обалдеть. Бросает. Помидором бросает. Его сбивает сразу же. Сбивает. Зев сражается. Наши летающие викинги сражаются. Заварушка все в центре происходит. Раскидывает только так. Я не пойму, где наши, где противник. И у нас победа. Обалдеть. Все происходит непонятно как. Все происходит очень как-то размыто. И что у нас тут? Тачка. У нас целый косарь. Смотри, что будет сейчас. А я беру... Ой, это что такое? Погоди, уйди отсюда. А я беру вот такую тачку. Смотри, маленькая тачка против большой тачки. Ну-ка, давай посмотрим. О, плюхнулся. Ну куда плюхнулась? Ну и туда плюхнуть. Ребята с веслами. Ребята сейчас будут сражаться. Тачки, по идее, тоже нет уже, да? Тачки нету. Ребята сражаются. Мои красные, не забывайте, мои красные. А сверху нашим с вилами. Как он держит вилы. Давай вмашем. Вмашем по первое число. Да, красиво. У него вилы, понятно, у него было оружие. А ребята с веслами, давай, ребята, бейте его. Все, победа. Победа! Есть победа! Двигаемся дальше. Что у нас дальше? Что нам приготовить дальше? На ужин, на завтрак. Нам приготовили музыканта и королей! Обалдеть! Сколько здесь королей? Много. У нас 9000! 9000! Против королей будет самурай. Смотри, как. Ой, погоди, ты не самурай. Вот этот самурай. А у меня будет самурай. Ну, мне интересно, что вот это за драконы. У нас есть драконы какие-то. Вот дракон. Что дракон делает, я не знаю. Я хочу посмотреть. А эти лучники я уже смотрел. Можно сделать много вот таких лучников. Да. Вот такой шахматный порядок. Видишь, красиво все. А сзади тоже сделаем. Это короли. Мы их раскидаем сейчас. Должны раскидать, по идее. Смотри, сколько лучников. Я уже так сделаю рандомно. Много лучников, один дракон и понеслась. Один музыкант. Сейчас будет заварушка. Не знаю, кто кого. Но можно... Вот это да. Смотри, сколько стрел. Они прыгают. Все, что ли? Ой, куда полетел змеюка? Змеюка прилетел куда-то. Взрыв будет, что ли, какой-то? Какие-то взрывы. Вот это да. Вот это салют, я понимаю. Смотри, сколько стрел. Сейчас будет реально салют большой. Бедные короли. Их просто закрутило. Змеюка летает. Короли взрываются. Там реально много стрел. Салют! С Новым годом! Змеюка взрывается. Еще продолжает взрываться. Короли. Кто погиб из королей? Ты король? А кто у нас погиб из королей? Я не понимаю. Они не погибающие какие-то короли. Но наши стрелы летают пока в королей. Хорошо. Салют идет в полном разгаре. Змеюка наша уже валяется. Давайте в королей. Активнее, ребята, в королей. Они уже подходят вплотную. Да. Побольше стрел. Салют продолжается. Они не погибают. Не знаю почему. Но они не подходят еще. Они еще не подходят. Вон первый подходит уже. Они отступают. Маленько салют, маленько мешается. Их здесь много, кучка вся вместе. Если короли подойдут, то, конечно, им не сдобровать. Все, понеслась потери. А наши потери куда-то вверх полетело. Вот это полетели вверх. Короли не подыхают. Слушай, короли реально не подыхают. Это что такое? Это плюс 18, пардон. Сейчас взорвется, погоди, сейчас взорвется. Плюс 18 есть на канале, бывает на канале. Он, походу, сдох, кстати. Он реально сдох. Погоди, что он с другой стороны? Короли наступает, короли уже в центре. Как у него голова трясется. Бабах. Обалдеть, осталось двое или трое? Их осталось, походу, двое королей.
и походу наша победа будет. Воу-воу-воу, как его закрутило, победа, обалдеть! Веселые репетишки, мне не понравились, слушай. Да, бывает плюс 18, но ничего страшного. Окейшки, двигаемся дальше, у нас будет тачки. Это наши кораблики. Я знаю, кого можно против корабликов. А против корабликов можно сделать кого? 2000. Нам дали 2000! Это очень мало. Это чертовски мало. Можно сделать змеюк. А можно сделать одного минотавра. Он дорого стоит. Погоди. Мне нужен, по идее, наверное, все-таки 900. Король нужен мне. Мне нужен король. А мне нужен музыкант. Он, смотри, отвлекать будет в начале. Один музыкант, второй музыкант. И дальше будет один медик. Вот так медик. Все. Мало очень дали денег, всего лишь 2000. А все тачки сейчас упадут на музыкантов. О-о! Музыкант, вставай. Музыкант, вставай, там будет 3. Там еще 3 целых. И прям на короля. О-о-о-о-о-о-о! Мимо. Сейчас будет заварушка. А два кораблика застряли, но летит куда-то мимо. Попали. Ух, полетел. Мимо! Чудесно. А нет, не мимо. Ребята остались с весом. Ребята остались жесткие ребята. А без медиков нам будет сложно с королем сражаться. И, конечно же, проигрыш. А одного музыканта нам не хватало чего? Мне не хватало удачи. Мне не хватало какого-то пульта. Мне не хватает денег. Денег не хватает мне. 250. Кого же сделать-то? Погоди, король здесь не канает. Нужно больше щитов. Вот реально нужны спартанцы. Точно, нужны спартанцы. Ребята активные, ребята, знаешь, такие хороши. С собой вот так сделаем. А все, что ли? Ну, давай сделаем. Первая волна будет. И следующая волна будет. Вот таким макаром сделаем. Все, понеслась. У нас есть медики, пускай лечат первую. Вот так музыкант. Как перевернулась. Сразу минус, слушай, это реально. Викинги раскидывают. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вставайте, ребята! Ребята, вставайте! У нас проблема. Ты вставай давай! Он зажался. А, ребята бьют наших. А он остался последний, что ли? Два медика, я остался последний, пока его не могут убить. А кораблики мешаются. Вставай давай! Все, что ли? А это, походу, проигрыш. Лечь друг друга. Погоди. Не то что-то. Что-то не хватает. Денег не хватает мне. У меня очень мало денег. Два косаря и все, что ли? Это реально мало. А можно сделать щитовых ребят. Они, в принципе, неплохие. Они дешево стоят. Вот так можно сделать. Пускай идут по порядку вот так. Пускай идут по порядку. И как раз будут у нас по порядку кораблики наши падать. Вот так побольше можно сделать. Промежуток. И у нас еще 380. Кого же сделать-то? Медиков все. Вот так можно сделать медиков. Все, понеслась. Мне нужно, по идее, чтобы корабли упали раньше времени. Раньше времени упали, чтобы наши спартанцы дошли уже. Ну бросай корабли! Они не бросают корабли, не понимаю. Они застряли. И снова наши спартанцы погибают все под кораблями. Обалдеть. Еще один кораблик остался. Что происходит? Нет, погоди, это проигрыш. Это все понятно. Окейшки, я понял. Мне нужна тачка. Тачка сколько стоит? Целый косарь. Вот это да. Дорого, очень дорого. Стоит тачка. Так, ты уйди. Мне нужен с косой. Даже не знаю. Кого делать-то, обалдеть? Я не знаю, кого делать. Потому что проблема. Здесь проблема в этих кораблях. Они кидают, сразу убивают. Плюх и все. О, живой. Ну, толку от него никакого. Лечат друг друга. Все понятно, это проигрыш, опять же. Опять проигрыш. Можно сделать самых дешевых ребятишек вот таких. Ребята, а вы пойдете в запас. Вот так. Ребята пойдут в запас. А сделать можно шаманов. Шаманы. Маманта, конечно, тут не взять. Ни в коем случае не взять. А кто еще? Рыцарь пойдет. И пойдет медик. Вот, все. Победа будет. Вот, победная стратегия. Смотри, первые две тачки сразу на одного, да? Ну, на двоих хотя бы. А следующие три тачки. Но они застряли опять.
Опять застряли, и что проблема? В чем проблема опять? Опять проблема. Они едут, они слишком долго едут. Вот в чем проблема. А знаю, в чем проблема. Сейчас мы разберемся с проблемой. Шаманы. Шаманов быстро раскидали. Все, по башке дали. А я знаю, в чем проблема. Смотри, в чем проблемка. Нужно маленько в разнобой сделать. А нужно сделать вот тут, а потом сделать вот тут. Шахматный порядок, только знаешь, вот таким макаром. Все. А понеслась. Вот такой у нас порядок. Видишь, они нужно сделать промежуток. Один направо, другой направо. Другие налево пойдут. Смотри, другие. Ты смотри, как получилось красиво. А они еще едут? Еще едут. Нет, погоди, рыцарь, живи. Рыцарь, по идее, должен остаться в живых. Медик, лечи не того. Рыцарь сдох, все понятно. Рыцарь сдох, и что у нас? А шаман остался. Ух, плюхнулся. О, сражение еще идет. Да, сражение еще идет. Давай, шаман, давай, мочи их. Медик и шаман их трое. Да, красиво. И что у нас? Живой шаман. Хили его, подымай хилку ему. А, бей его, бей пахарь, он целуется с ним. Победа? Проигрыш, что ли? Опять проигрыш. А проблема была в чем? Рыцарь подошел слишком быстро. Он слишком быстро подошел. Мы ее отправим, наверное, куда-нибудь вот сюда, за границу. А, куда-нибудь вот сюда. И, конечно, туда же медика. Медик должен лечить, по идее, не шаманов, а рыцаря. Уберем шаманов и еще одного рыцаря. А хотя нет, пускай будет два. Вот так у нас будет. А двое. И в центре можно... У нас еще 500 есть. 500 можно. Вот таким макаром. Во, все. Все, понеслась. Все. Смотри, налево, направо раскидались. Эти тоже ребята тоже раскидывают. Смотри, красиво. Красиво раскидали. Тактика работает, да. Тактика работы, все раскидались только так. И все, остался один. Один у нас рыцарь. Раскидает всех, он должен. Должен, по идее, всех раскидать. У него есть щит, у него есть меч. У нас много медиков. Раскидывай всех. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну как же так, погиб быстро, я не понимаю. Так, ну-ка, рыцарь, уйди отсюда. Кто мне нужен? Король! Во, король, мне нужен король. Все, понеслась. А, возможно, король нужен, возможно, не король нужен. Все, налево, направо. Сейчас должна победная стратегия быть. Должна победная стратегия точно быть. Все, раскидались. С этим уже разобрались, мы как раскидывать. Понятно, эти ребята у нас погибают весами. Король сражается. Король, давай сражайся, пока нет у нас много их. Ну, бей, король, минус сразу 3. У, красиво, красиво раскидал. Король, еще один удар ты должен сделать. Но сдох, король. Их слишком много остается, я не знаю, в чем проблема. А, все понятно. Нужно больше спартанцев. Смотри как. Нужны спартанцы. В лесочке нужны спартанцы. Потому что здесь там их слишком много. Все, вот так должно быть. А, медики не успевают хилить короля. И, понятно, король погибает. Налево, направо все дело раскидывается. Все забавно. Спартанцы подходят и добивают остальных. Выживших. Смотри, как красиво подходит. А, погоди. Это что за шлем? Спартанец. Почему у тебя другой шлем? А, спартанцы идут. Весами бьют. Они не подходят ближе. Черт возьми. Веса слишком длинные. У спартанцев не такие щиты, не такие мечи. Да, идет сражение. А, медики, лечите. О май гад, опять раскидывают всех, и опять медики остаются одни. Да чтоб такое-то. Змеи, мне нужны змеюки. Все, понеслась, мне нужны змеюки. Просто змеюки и все. А мне не хватает буквально чуть-чуть, еще на одну змейку. Все, змеюки пошли, все. Сейчас змеюки будут. Ребята реально задрали. Змеюки пошли, все. А, все, заварушка понеслась, да, они выходят, остальные выжившие выходят, змеюки у нас. Где мои змеюки? Свежая партия змей, ребята. Их осталось трое, пятеро. Где змеи? Мне нужны змеи. Ребята, змеи, срочно нужен змей. Змей не будет, им хана. Еще быстрее меня убили. Обалдеть, я не понимаю, в чем проблема тут-то? Зевс нужен. 2000. Мне дают мало денег. Змеюки здесь не канают. У меня 1800. А 1500 у нас стоит Минотавр. А, кто? Кто мне тут поможет? Минотавр, что ли, поможет? Еще есть.
двойкам, медикам. Все, понеслась. Минотавр сейчас пойдет сразу в атаку. И раньше времени, конечно... А нет, нормально, смотри-ка, накидали. А Минотавр же сдох. Обалдеть, все понятно. И медик остался один. Медик остается один. Нет, не то. Минотавр не канает. Слушай, кто мне здесь понадобится? Кто здесь мне понадобится? Кто мне тут нужен? Так, ты уйди. А, ниндзя. У нас, в принципе, есть ниндзя. По 500-очке можно сделать ниндзя. А сзади сделаем ниндзя. Я уже и так, и по-разному пытаюсь выиграть эту катку. Но что-то никак не получается. Вначале я разобрался с этим делом. Полетел вниз красиво. А раскидали многих, но еще кто-то остался. У нас ниндзя подходит слишком близко. Это проблема будет. О-о. Да, плюхнулся, все понятно. Вы куда, ребята, подошли? Они тупят, они стреляют. Куда стреляют? Там еще остались ребята. О, победа! Победа, обалдеть! Это победа, мой друг, очуметь. Ух, не забудь написать комментарий, подписаться и, конечно, поставь колокольчик, чтобы быть первым на ролике. А я с тобой буду уже прощаться, уже увидимся в новых роликах. Спасибо, что досмотрел до конца. И до новых роликов! Всем спасибо, всем удачи и всем пока!